стиле. Приветствую всех на первой встрече весеннего семестра русскоязычного коллоквиума «Россия по-русски». Что такое «Россия по-русски»? Нас спрашивают. «Россия по-русски» представляет собой серию встреч русскоговорящих студентов, аспирантов, преподавателей, работников и друзей Индианского университета с носителями русского языка, которые выступают с презентациями о своих исследованиях, общественной деятельности или родных краях. Сегодня мне выпала честь представить Валерия Владимировича Нечая. Валерий Владимирович является корреспондентом «Эхо Москвы» в Петербурге и в последнее время, я так понимаю, в Москве, также везде, даже в Бангкоке. Он также аспирант департамента прикладной политологии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Тема его диссертации – тематическая структура публикации в региональных изданиях как фактор электорального процесса в российских регионах. В его публикациях затрагивается отражение антикоррупционных протестов в Твиттере. Сегодня Валерий Владимирович любезно согласился поговорить с нами на тему «На службе общества и автократа. Как свободные медиа помогают авторитарным режимам выживать». Встречайте, пожалуйста, Валерия Владимировича. Большое, да, спасибо, Марк, спасибо всем. Да, на самом деле, вот это такая странная ситуация у меня сложилась, потому что я одновременно журналист и одновременно занимаюсь исследованием медиа, что, возможно, у некоторых вызовет предположение, что я так слегка biased, да, в этом плане, но тем не менее. В журналистике я работаю 15 лет, и поэтому все это время я слежу за тем, каким образом вообще медиа развиваются с того момента, фактически с момента прихода Владимира Путина. Понятно, что он стал премьер-министром в 99 году, но вот с 2003 года по 2018, вот уже 19-й, поэтому слежу за этим всем, и одновременно с этим сетом я работаю в различных изданиях. Здесь вот мои контакты, если нужна какая-то связь или обратная связь, или будут какие-то вопросы, или захотите презентацию получить, то, конечно, welcome. Вообще, эта тема про то, как медиа помогают автократам или вообще правящим кругам, элитам, она пришла мне в голову, наверное, лет 6 тому назад, когда я работал на «Эхе Москвы» в Питере выпускающим редактором, и мне позвонил начальник, руководитель «Единой России» со словами: «Валера, помоги, на нас давят, у нас есть на нас административный наезд». Это было очень интересно. На самом деле, когда мы говорим про авторитарные режимы, нужно обратить внимание на то, что каждый из них разный, у каждого свои особенности. Когда мы говорим про российский режим, надо обращать внимание на то, какого размера эта страна, и что эта страна должна каким-то образом управляться. Ну вот, если мы говорим про вообще понятие политического режима, если кто-то не очень знаком с ним, да, то все-таки основной вопрос, который рассматривается, когда мы говорим про политический режим, это вопрос о власти. Да? Кто имеет доступ к власти, каким образом она передается, и самое главное, каким образом происходит управление страной, государством. И самый важный момент – это какие ограничения накладываются на тех, кому эта власть принадлежит. Мы прекрасно понимаем, да, про демократию. Здесь оно приведено самое минимальное, да, минималистское определение, когда мы говорим про честные и свободные выборы и правительство институционально и с помощью институтов как-то ограничено. Если мы говорим про автократии, то в автократиях это, я бы в данном случае понимаю, закрытые режимы с минимальными или вообще отсутствующими институциональными ограничениями и определенной возможностью для репрессий. Вообще, когда мы говорим про автократии, то надо понимать, что в современной литературе есть несколько механизмов
несколько механизмов взаимодействия, да, это либо репрессии, то, что можно назвать кнутом, да, или это вопрос, это кооптация, да, это пряник или как еще называется морковка. Вообще автократии сегодняшние, современные, они отличаются, как я сказал, друг от друга. Вообще можно даже сказать, что это 50 оттенков серого. Авторитаризм в Китае один, да, авторитаризм в России совершенно другой. И здесь, конечно же, сразу же упоминаешь эти публикации, которые появились уже в 2000-е годы, как, или в 97-м году, Фарид Захария выступил с этой публикацией о том, что есть так называемые нелиберальные демократии. Да? Мы вообще допускали огромную ошибку, когда мы говорили о том, что после падения диктатуры или авторитарного режима власти рано или поздно страна превратится в демократию. Да? А некоторые из них застревают на этом пути, как говорят о том же самый Карлзерс, или когда мы говорим про так называемые соревновательные авторитаризмы. В больших странах всегда есть соревнования за доступ к ресурсам. Это ключевой момент. Когда мы говорим про авторитаризм, всегда надо понимать, что есть не только один лидер, но есть еще и ближайшая группировка, так называемая элита. Это то, что называют... И главный вопрос – это каким, что является ключом доступа к распределению ресурсов. И несмотря на некоторые ошибки, вот здесь нужно просто помнить, что автократия не является, скажем так, нам нужно обращать внимание на то, что автократия и демократия – это не всегда прям противоположные миры. Они всегда находятся, они находятся на противоположных сторонах там, одной и той же плоскости, но современная автократия использует те же самые институты. Парламент там, если мы посмотрим на большую часть, в России есть парламент. Они используют партии для определенных вещей, они используют также и СМИ. То есть вообще вот Екатерина Шульман, это ее определение, да, это то, что в гибридных режимах есть демократический фасад, парламент партии, независимые СМИ и так далее, но при этом есть сталинские усы, да, которые рано или поздно можно показать, но они тоже накладные. И здесь, конечно, в голову сразу же приходит вот эта вот фраза о том, что сталинские усы накладные, но так или иначе, рано или поздно настоящие усы тоже могут проступить, и они будут сталинскими. Если возвращаться непосредственно вот к медиа, первый ключевой момент, который в голову, конечно же, приходит, это пропаганда. Я не буду на этом останавливаться, потому что всем понятно, о чем идет речь, какую роль обычные медиа используют, каким образом используют в качестве пропаганды. Да? Это очень много исследовали. Главное в данном случае немного другое, это первое основное, это влияние на информационную повестку. И этому влиянию подвержены даже независимые медиа. То есть, если вы посмотрите на статистику, на те публикации, которые были после появления информации о пенсионной реформе, готовящейся, огромное количество этих статей использовали ту терминологию, которую часто использовали те же представители правительства. Да? То есть, они говорили о том, что речь идет о пенсионной реформе, не о повышении пенсионного возраста. Но, тем не менее, это вызывало определенное недовольство и так далее. Но вместе с тем начала развиваться следующая тенденция. Это количество информации, которая касалась пенсионной реформы, даже в независимых СМИ стало снижаться. В ущерб, а за счет появления других сообщений. Для этого очень часто используется такой механизм, когда находят какую-то информацию, которая будет перебивать повестку. В данном случае, в случае с пенсионной реформой, это была история с футболистами Кокориным и Мамаевым, которые тогда были задержаны, а сейчас арестованы, и вчера был продлен арест заново на несколько месяцев в связи с избиением человека. Это точно перебило повестку. И на это обращается внимание. Вот просто вы можете сравнить, я попытался банальное провести сравнение, чтобы просто показать, каким образом работают прогосударственные и независимые СМИ с точки зрения повестки. Это один и тот же день,
1 февраля. Да, если посмотрите, о чем говорит Первый канал в итоговом выпуске новостей в 6 вечера, да, это стратегическая стабильность, это выступление Путина на заседании Совбеза, это история с приостановкой участия США в договоре о РСМД, и дальше вот эти вот истории про генпрокуратуру и перевал Дятлова, когда она начинает новое расследование, про Третьяковскую галерею, ну и все. Если мы говорим про эхо Москвы, которое, кстати, контролируется «Газпромом», да, потому что он принадлежит «Газпром-медиа» и так далее, но, тем не менее, определенное влияние, про влияние на информационную повестку я чуть позже скажу, да, каким образом оно оказывается, есть совершенно другие новости, да, про обыски в общежитиях МГУ в связи с задержаниями активистов анархистского движения, про передачу в суд уголовного дела о теракте метро в Петербурге и о ситуации с задержанием сенатора Рауфа Арашукова, которая совершенно не представлена на Первом канале. Но это первое и самое главное. Вообще у меня масса вопросов к качеству журналистики за последнее время. Вот то, что называется информационной жвачкой, оно действительно переполняет информационную повестку сейчас. Да, за последнее время мы отучились рассказывать новости. Мы в большей степени рассказываем либо о том, каким образом тот или иной человек выступил, да, и что он сказал, чем о фактах, чем мы говорим о фактах. Да? То есть, как правило, мы забываем о том, что новости – это то, что случилось, а не то, что кто-то сказал, если мы работаем в журналистике фактов. Да, то есть задержание Алексея Улюкаева – это как бы событие, это новость. Да, но заседание правительства России или там, какого-то города новостью не является. Новостью является решение, принятое там. Вообще, когда мы говорим про авторитарное государство, это важный момент. А авторитарные государства, как правило, легалистские. Они документальные, они забюрократизированные. Они, главное отличие и главная их характерная черта – это огромное количество документов. Так вот, скажем так, в новостями не являются заседания. Новостями является тот документ, который был обсужден на заседании правительства. В СМИ по-другому немного подается. Новости подаются следующим образом. Владимир Путин провел заседание Совбеза. И все. Да. А вторая отличительная особенность того, что называется вот этой информационной жвачкой, это так называемые сообщения из будущего. Вот это вообще то, что нельзя проверить на соответствие действительности вообще. Яркий пример – это строительство Крымского моста, когда нам все время рассказывали о том, что там Крымский мост будет построен тогда. Раньше сейчас он уже построен, но тем не менее, это не является как таковой новостью. Это в большей степени предположение, которое нельзя проверить на соответствие действительности. Очень часто это используется даже журналистами моей радиостанции, когда мы цитируем тех или иных чиновников. Просто очень простой пример. Это пример про петербургское метро. Значит, регулярно петербургские власти заявляют о том, что они будут строить метрополитен в Петербурге, расширять его, и что в Петербурге появятся 3 новых станции метро. Дело в том, что эти станции качают с 2015 года в новый бюджет каждый раз. Каждый раз говорится о том, что мы построим эти станции метро. А журналисты, которые мы, вот я честно могу посылать голову пеплом, потому что мы просто не обращали внимания на это, что те же самые станции метро из года в год качуют в наших же сообщениях. Просто про это забывается. А это выходит в качестве заголовка. Просто вот как перебивается повестка довольно интересным образом. Вот одна и та же публикация в «Коммерсанте», в газете «Коммерсант» петербургской. Заголовок: в 2017 году в Петербурге откроются 3 новых станции метро. Ну и рассказывается, сколько денег на них выделится и так далее. И ниже. Не в заголовке, ниже, просто заканчивается материал тем, что вместе с тем глава города сообщил о том, что стоимость одноразовой поездки в городской подземке вырастет на 10 рублей. Новости это, а не то, что будут построены станции метро, которые в результате не были построены.
В этом одна из основных, в принципе, проблем. Это снижение качества журналистики, которое присутствует даже в независимых СМИ. Но, тем не менее, да, самый другой пример перебивания информационной политики, он, кстати, присутствует и в, не только в России, это история с... Вы, наверное, слышали про строительство знаменитого стадиона в Петербурге, который, в конце концов, был построен. Да, и там была масса скандалов, в 10 раз выросла почти стоимость его строительства. Он стал одним из самых дорогих стадионов в мире. Строили его для проведения чемпионата мира по футболу прошлого года. И один из вице-губернаторов, давая интервью, сказал о том, что... Проблема с крышей этого стадиона связана с тем, что птица баклан клювом разрушает цельность пленки. Он просто прилетает и как бы разрушает. Что имело огромное количество. Цитировалось просто, скажем так, всеми. А у меня возникло подозрение, потому что я сижу на ленте новостей, когда я работаю выпускающим редактором, я отсматриваю порядка 2000 сообщений в день из разных СМИ. Удивило одно, это то, что это же сообщение про баклан, а это идиотское, правда, сообщение? Совершенно. Да? Потому что в России и в Петербурге не живут бакланы. Их нет. А меня удивило то, что прогосударственные СМИ и информационные агентства, такие как Интерфакс и Тартас, тоже цитировали это. Они, как правило, шляпу не выдают. Как бы. Я разрешение получил на то, что я могу придать огласке этот твиттер, это сообщение. Я написал это сообщение вице-губернатору этому с вопросом, зачем. Значит, в начале предыстории. Это сообщение появилось от этого вице-губернатора, оно появилось во вторник. В четверг на этом стадионе была проходить игра между командами Петербурга и командой из города Грозного, которая называется «Ахмат». Футбольный матч. И во вторник еще раз было это заявление, в четверг игра, а в воскресенье Рамзан Кадыров в своем инстаграме повесил видео, в котором губернатор Петербурга скандирует фразу «Ахмат сила». Да? То есть, как бы, проявляет такую особую нелояльность своему городу. То есть, он фактически поддерживает, находясь с визитом в Грозный, поддерживает чеченскую команду, несмотря на то, что весь, как бы, город за свою петербургскую футбольную команду. А как мне написал потом Игорь Албин, что на самом деле задача была отвлечь внимание от истории с Ахмат Силой. А одновременно с этим власти Петербурга отказали оппозиционерам в проведении акции протеста на Марсовом поле. Это место так называемого гайд-парка у нас. То есть, в принципе, существует такая, один из механизмов управления новостями, в том числе в независимом СМИ. Ну, потому что мы любим хвататься за что-то такое интересное. Но это, в принципе, не то, чтобы основное, это просто один из вариантов. Да? На самом деле, сейчас я подхожу к самому главному, если мы будем смотреть на то, что происходит, уже с точки зрения политологии. А в авторитарных режимах, в принципе, медиа являются способом показать то, что есть определенная дискуссия вокруг тех или иных вопросов, да, и создавать эту повестку дня. Это один из основных, в принципе, механизмов манипуляции общественным сознанием, потому что вопрос о том, в медиа поднимается вопрос того, а что является сейчас самым главным. А самым главным является то, что у нас по плану идет крыша стадиона. Да? И мы не обращаем внимания, у Элизабет Нойман, немецкий исследователь, называет это спиралью умолчания. Да, когда мы не говорим о тех вещах, которые не будут популярны, которые мы не хотим, чтобы они были популярны. И вторая функция, это понятно, это витрина, что там
если авторитарного лидера спросят за границей, у вас тут медиа дали, то он скажет, нет, у нас есть «Эхо Москвы», например. Да, это называется витрина. Мы выставляем «Эхо Москвы», которая контролируется «Газпромом». И, между прочим, последние два года является убыточной радиостанцией, которая дотируется кредитами «Газпрома». В том числе «Дельта», да, в меньшей степени. Но важнее еще и информационная составляющая этого процесса, потому что в авторитарных режимах, в отличие от демократии, нарушена схема обратной связи. Если в демократиях узнается информация о том, что происходит через дискуссию в парламенте, через акции, массовые акции протеста, масштабы и так далее, то во многих случаях просто это невозможно представить в авторитарных режимах. Поэтому медиа занимаются тем, что они предоставляют хоть какую-то информацию о том, что волнует, какие проблемы существуют. Да? Ну вот, например, но у массы авторитарных режимов есть свои механизмы получения информации за счет так называемых отчетов региональных чиновников. Они регулярно пишут отчеты в центр, рассказывая о том, что у них там хорошо или плохо. Но, в принципе, если посмотреть на эти документы, то они в большей степени представляют из себя пересказ песни «Все хорошо, прекрасная маркиза». Да, то есть, но только как бы лошадь умерла, потому что царила конюшня, конюшня сгорела, потому что сгорел дом, ну и так далее, и так далее. А в целом все хорошо. Это, кстати, вот как пишет Владимир Гельман, это стало одной из причин невозможности нормального управления страной в 80-х годах в СССР. Потому что те, кто поставляли эти отчеты, делали ошибки. Они скрывали реальную информацию. Да, и тоже та же самая история. Я много раз присутствовал на рынке. Это, правда, не про СМИ, это про НКО, но тем не менее. Когда я много раз присутствовал на разговорах между солдатскими матерями в начале 2000-х годов и представителями военных структур, когда же военные признавали, что солдатские матери поставляют им информацию о том, что на самом деле происходит в частях. Они используют эту информацию, но просят их не быть слишком публичными, чтобы они не выходили на внешний контур. То есть вообще одна из функций – это сигнализирование, доведение до инкумбента информации о том, какие проблемы существуют. Да? Второе – это информирование о запросах населения, и в больших странах это контроль за локальными чиновниками на локальном уровне, потому что не работает вот эта вот система информирования. И очень часто здесь мы сталкиваемся с тем, что это один из механизмов оценки уровня коррупции и качества выполнения принятых, спущенных сверху, точнее, решений, принятых верховными властями. Потому что в крупных странах невозможен другой механизм контроля за этими решениями, кроме как через информирование, через СМИ. В Китае эта система, есть, кстати, огромный объем литературы, посвященной как раз именно Китаю, это огромный, есть система контроля за судебными ошибками, когда локальные медиа через своих корреспондентов публикуют информацию о тех или иных неожиданных решениях, которые приняли местные суды. И суды из того, что сейчас можно видеть, сейчас в Китае пытаются ограничить доступ журналистов на те или иные слушания. И это довольно интересное явление, ведь можно было просто закрыть доступ, да, всем журналистам, но нет так называемого там решения сверху, что их не надо выпускать. Наоборот, в китайских СМИ есть свои колонки судебных дела. И здесь еще надо представить систему управления СМИ в Китае. Они, как правило, подотчетны федеральным. То есть это так называемое местное бюро федеральных. Так вот, с
чем стали сталкиваться локальные СМИ в Китае, в том, что как только они начинают публиковать негативную информацию о решениях того или иного судьи, сами судьи начинают обращаться в суды с исками о дефамации, то есть о распространении недостоверной информации, порочащей честь и достоинство. То есть они таким образом пытаются как-то отреагировать на это все. То есть, в принципе, это один из таких вот вариантов контроля за информацией, и получение информации с тем, чтобы понять вообще, что там происходит. Это Барбара Геддес в прошлом году как раз, она выступила с идеей того, что мы очень много знаем, что происходит в авторитарных движениях, но мы не знаем, каким образом решение центрального руководства имплементируется на локальном уровне, что происходит между. И это до сих пор неисследованное поле для политологов. И как раз вот это один из вариантов, каким образом можно использовать медиа для понимания этой информации. Надо обратить внимание на то, что в авторитарных режимах очень ценна информация, и есть ее недостаток. Потому что различные группировки, которые борются за доступ к власти, к распределению ресурсов, которые договорились и создают так называемую правящую коалицию, они не раскрывают друг перед другом своих планов. Это борьба их против всех, но только внутри этой выигрышной коалиции. И это означает, что одна группировка не знает, что делает другая, пока они не начинают использовать медиа в своих интересах. Мы уже знаем, да, что ключевые угрозы для инкумбента исходят из его ближайшего круга, и действительно, из-за этого недостатка информации возникает как недопонимание, так и заговоры. Никто не исключает того, что одна группировка, небольшая часть этой группировки, попробует каким-то образом сместить основную, чтобы переконфигурировать управление. И на локальном уровне это очень сильно развито в Китае, и, кстати, в России, если мы сейчас посмотрим на такие регионы, как Петербург и на Дальнем Востоке, там самые яркие примеры – это то, что даже если существует так называемая правящая группировка, а там решения принимаются в обход коллективного обсуждения. Это нарушение правил. И на это обращается внимание. Это может быть использование своего положения в свою пользу или перераспределение материальных благ, да, в пользу близкого круга лиц. Это в большей степени, кстати, развито, вот эта договоренность в большей степени развита в Китае. Но и за этим очень четко следят, за соблюдением этих договоренностей. И у СМИ в ряде случаев есть разрешение на то, чтобы отслеживать. В Петербурге были свои примеры контроля за чиновниками, и существует ряд изданий, таких как «Деловой Петербург» или то же самое «Эхо». Но вот «Деловой Петербург» проводит расследование в отношении чиновников, но невысокого уровня, только где-то посерединке. Если они, у них есть загородный дом, недвижимость за границей, если они каким-то образом присутствуют в у них есть счета в зарубежных банках. Расследование против них проводится, но не против высокопоставленных чиновников. И, как правило, естественно, эти товарищи принадлежат той или иной группировке. При отсутствии информации есть механизм сбора через когда Стир считает, что медиа в авторитарных режимах играют роль такой тайной полиции. Когда они поставляют сведения о том, где какой представитель той или иной авторитарной группы присутствовал, элитной группировки. Есть еще один из механизмов, когда в Китае контроль сверху вниз. Здесь я забыл еще сказать о том, что в крупных странах, таких как Китай,
есть случаи, когда руководители регионов не знают лично руководителей партийных структур в небольших селах. И это означает, что то, что у них нет недостатка, у них существует определенный недостаток управления. Да. И в Китае эта публикация появится, если я прав, не ошибаюсь, в мае этого года. Лю и Ма, они ее вот только подготовили из Шанхайского университета. Они обнаружили корреляцию между тем, что между количеством публикаций партийцев на локальном уровне в Китае и тем, что эти партийцы получают меньше голосов при выборе в федеральные управляющие органы. Потому что верховная власть не хочет допускать до управления страной, делиться своим ресурсом с теми, кто слишком активно позиционирует себя в медиа. Потому что на локальном уровне действительно надо исправить тем, кто привержен установленным правилам и имеет низкие амбиции. Чтобы не вылезали. Да, это вот один из таких механизмов. То есть медиа в данном случае решают вопрос контроля за локальными партийцами, за тем, насколько часто они присутствуют. И есть так называемый горизонтальный уровень, этот контроль развит в случае высокого уровня соревновательности. Мы привыкли говорить про ту же самую Россию, что это авторитарное государство, но каждый регион имеет свой уровень. Ну вот, например, Кынев называет это уровнем демократичности, другие исследователи, и Николай Петров, другие исследователи называют это уровнем соревновательности в российских регионах, когда различные элиты борются за доступ к ресурсам, к распределению этих ресурсов. И в случае, если эта борьба сильно развита, то одна из группировок может использовать другую для того, чтобы использовать медиа для того, чтобы сливать информацию в основном дифференционного характера в отношении других. Мы сталкиваемся с этим, но это вот предположение, которое сейчас мы проверяем, в том числе, если мы говорим про антикоррупционные расследования. Если мы сейчас пытаемся выяснить вместе с московскими коллегами, кого из правящей российской элитной группировки касались расследования Алексея Навального. Пока из тех данных, вот, которые мы сейчас собрали, если мы хотим это сделать где-то к концу осени, пока в основном все расследования касались всех, за исключением группировки Игоря Сечина и Роснефти. Насколько это может свидетельствовать о том, что Навальный играет в пользу Сечина, мы не знаем. Но вот пока, вот по тем те сведения, которые мы собрали на данный момент, они вот говорят именно об этом. И это, в принципе, очень легко можно использовать, потому что при поддержании... Ведь задача, как я уже сказал, да, основная угроза в случае гражданского диктатора, инкумбента, да, а основная угроза ему исходит из его ближайшего круга. И вот одна из идей, один из механизмов поддержания устойчивости заключается в том, что нужно использовать тактику разделяя власть. Это один из механизмов, который, в частности, используется за счет публикации тех или иных расследований против тех или иных чиновников. Но и завершая просто, перед тем, как перейти к вопросу, у нас как раз 4 минуты. Мы сейчас думаем над тем, что в принципе в авторитарных режимах, так же как и наравне с дилеммой диктатора, и существует так называемая дилемма цензора, правильного выбора золотой середины между высокой степенью свободы СМИ и низкой степенью свободы СМИ. Если мы позволяем высокую степень свободы и
свободный переход или более-менее неограниченный переход информации. Это позволяет создавать открытые дискуссии, да, по важным темам, но при этом усложняет способность скрыть недостатки правления. Тот же самый Гельман говорит о том, что одна из проблем как раз Горбачева была после гласности, это то, что все проблемы, которые были в слое, наружу. И это позволяет оппозиции оперативного микрофона и транслировать свою позицию. И второе, это, но если мы делаем уровень свободы СМИ остается низким, то повестка становится скучной и однообразной. СМИ будут рассказывать те же самые региональные про прорванные трубы, а не про то, что происходит на заседании городского правительства. Здесь приводится пример очень часто 20-30-х годов 20 века, когда одно из самых популярных изданий в Германии была газета «Frankfurter Zeitung», которая потом стала называться «Frankfurter Allgemeine Zeitung», когда она принадлежала одному из ключевых концернов для Гитлера и в связи с этим имела карт-бланш на публикации, на то, чтобы публиковать в большей степени свободу. И до определенного момента. И в связи с тем, что она публиковала довольно интересную для немцев информацию, аудитория росла до начала 30-х годов, когда было принято решение, что все-таки надо как-то прекратить это все празднество. И после этого как раз Frankfurter Zeitung превратилась в нормальную, обычную немецкую нацистское издание. И при низкой степени свободы будет несоответствие реальности и картинки в телевидении. Совершенно. И все это с обеих сторон, это угроза стабильности режима, который нужно каким-то образом поддерживать. И в нынешнее время очень сложно выбрать вот эту вот золотую середину между тем, этому цензору. Высокая должна быть степень свободы или все-таки низкая степень свободы? А я ровно 40 минут поговорил. Сколько мне просили. Можно проехать в Москву тоже? Да. Вы несколько раз говорили о снижении качества журналистики, да, в целом. Вы лично с чем это связываете? С интернетом, с развитием скорости подачи новостей, с доступом, да? То есть я могу создать свой сайт и делать новости прямо сейчас, и это будут новости низкого качества. То есть вот это основная... Это один из аспектов, но главное это то, что вообще в принципе в России с советского периода не было хорошей журналистики, правда? Если посмотреть на силабусы на факультете журналистики, то там изучают цензуру, изучают историю журналистики, но не учат писать. И я преподавал, правда, я был председателем комиссии по приему дипломов 2 года назад в СПбГУ на факультете журналистики. А один из случаев, я прочитал честно все 10 дипломов, которые прошли через меня. Один из случаев меня, правда, поразил, потому что я до сих пор могу процитировать это. Девушка, которая отучилась 5 лет, у которой были A+, везде, писала диплом про, что называется, про расследовательскую журналистику на примерах материалов Аркадия Мамонтова на канале РТР, ну, в России. И одна из глав была посвящена репортажу, который назывался «Содом и Гоморра». Понятно, про гомосексуальность и все остальное. Так вот, эта глава ее начиналась так. Содом и Гоморра, конечно, известны читателю. Это 2 библейских города. В них жили мужчины и женщины. Но занимались они странной любовью. Мужчина с мужчиной, а женщина с женщиной. И как бы вот в таком стиле все это рассказывается. Да? То есть, ну, как бы, я понимаю, что это дипломная работа, и это работа как бы будущего журналиста, но вот тем не менее. На самом деле, я думаю, что выгодно поддерживать низкий уровень журналистики. А вот почему нет
спроса на высокий уровень журналистики, потому что издания, особенно локальные издания, у них бывает качество настолько низкое, что даже заголовки просто неприлично безграмотные встречаются. Ну, это бывает, да. Но я вот в защиту, правда, скажу журналистам, что есть огромное количество вот локальных изданий, которые держат марку. Но дело в другом, это то, что сейчас три основных, вот то, что в литературе, три основных функции СМИ, какие существуют. Информирование, развлечение и просвещение. Про просвещение забыли, да, естественно. Есть сдвиг в развлечении, естественно. То, что называется энтертеймент, называлось 15 или 20 даже лет назад. Дело в том, что если 100 лет назад газеты были передовым источником информации, потому что это был единственный медианоситель, потом появилось радио, и радио быстрее стало рассказывать новости. И затем появилось телевидение, сейчас интернет, надо понимать, что мы проигрываем. Мы уже живем в позапрошлом веке. Поэтому «Эхо Москвы», например, сместило угол с... раньше наш формат назывался «News and Talk», то теперь «Talk and News». Мы поставляем информацию за счет мнений экспертов, а не за счет новостей, потому что мы все равно проигрываем скорости. Так вот, вот эти две основные тенденции здесь, мы с ними сталкиваемся, что читателю, мы боремся за читателя, а уровень развития читателя не всегда настолько высок, насколько мы хотим. И если мы слишком сложно подаем информацию, он не будет ее потреблять. Он лучше пойдет куда-то в другое место, чтобы ее потреблять. И эта дилемма, с которой мы сталкиваемся, мы не знаем, мы вообще должны highbrow быть или lowbrow. Вот, не знаю. Вот как бы, да, с этим проблемой. Но в защиту все-таки некоторых ребят я скажу, что есть приличные, хорошие примеры. Псковская губерния, есть в Нижнем Новгороде, есть масса региональных СМИ, которые достойны. Но я сталкиваюсь с тем, что если раньше ты отправлял корреспондента в командировку в Москву для того, чтобы его московские коллеги обучили правильно работать в режиме и реально за ним следили, то в течение года этот человек уходит, либо уезжает за границу, либо уезжает в Москву навсегда. Mm-hmm. Да, поэтому как бы. Есть какие-нибудь вопросы про «Эхо Москвы»? Могу рассказать случай. Я же забыл, я хотел рассказать про примеры цензуры, в принципе. Да. Значит, или даже сохранение. Это нас записывает, но Алексей Никитов вам про это тоже уже публично рассказывал, поэтому ничего страшного. Тогда, когда он мне это рассказывал, это было секретом. Значит, всем не секрет, что «Эхо Москвы» несколько раз пытались закрыть. Через «Газпром» то же самое. И решение о закрытии, точнее требования, исходило от одного из президентов России. Это не был Ельцин, это не был Путин. Это был Дмитрий Медведев. Он очень обиделся на высказывание Юлии Латыниной, когда она запустила вот этот вот лейбл «Жалкий президент». Жалкий. Была масса конфликтов с тогда Кремлем по этому поводу. И Венедиктов действительно пытались сместить через Лесина. Лесин тогда еще был жив. И, как рассказывает наш главный редактор, единственное, что его спасло, это контакт с Дмитрием Песковым, который информацию об этом конфликте положил в папку тогдашнему премьеру Владимиру Путину. Mm-hmm. И через это все решилось. Как раз, то есть, действительно, существует определенное понимание того, что такой канал, как «Эхо», оно должно существовать. В том числе для контроля информации, которая доходит до оппозиционно настроенных людей. Это тоже особо важная вещь. Да. Но при этом я еще также могу сказать, что я работаю в Питере, в том числе как и ведущий новостей, когда я нахожусь в Питере. Да. Никто не знает содержание моего выпуска новостей, кроме меня.
до того, как он выходит. И давления с этой точки зрения нет, не существует. Когда в 2007 году было серьезное противостояние вокруг строительства башни «Газпрома» в центре Петербурга, как в Москве, точно так же рассказывал про то, какие акции протеста проходят. А «Газпром» платил нам еще деньги за, за рекламные ролики в поддержку их позиции. То есть, не знаю, я... ну, то есть, вот в этом никаких конфликтов нет. Но то, что мы начинаем замечать, это то, что на сайте «Эхо Москвы» время от времени информация пропадает. Ну, или не появляется. Это может быть связано с претензиями Роскомнадзора, который не может выставить ту же самую претензию по закону в адрес радиостанции. А в адрес сайта он может, потому что «Эхо» не должно контролировать то, что у них у нас выходит в прямой эфир. А то, что навсегда остается на сайте, это возможно. Если если в день «Эхо Москвы» слушает порядка 1 200 000 человек, да, то в Москве, да, то сайт ежедневно посещает 2 миллиона, иногда больше человек. Соответственно, аудитория сайта гораздо больше. И я не могу гарантировать, что вот то, что я произнес в данный момент в эфире радиостанции, кто-то из сколько процентов из этих 2 миллионов это услышал. Зато я знаю, что эти 2 миллиона человек, посещая главную страницу сайта, увидят список новостей. И, возможно, это тоже одна из причин. Вот как раз, да, это такой вот важный момент. Еще вопрос. У меня есть, да. Извините. Еще вопрос как раз про «Эхо Москвы» и как раз про Венедиктова. Мой вопрос, я не знаю, насколько вы сможете на него ответить, но его интервью... для Юрия Дудя. Я хотел сказать, интервью Дудю. Но... да. Это была его личная инициатива и желание, или это действительно был отчасти такой пиар-ход, промоушен-компания для привлечения более молодой аудитории к «Эхо Москвы»? Я знаю ответ, но я так, скажем так, кто там будет смотреть на это, я должен сказать, что мне кажется... значит, смотрите, проблема «Эхо Москвы» заключается в том, что у нас стареющая аудитория. Да. Реально. Бывший генеральный директор Юрий Федутинов называл эту аудиторию балластом. Это 50+. Это основной, как бы, вот это core audience, это 50+. Что мы можем продавать, что рекламодатель может предложить людям 50+? Лекарства, препараты от импотенции. Поэтому это серьезно не вылезало просто из эфира «Эхо Москвы», и Питера тоже. Это, естественно, там, сейчас будете смеяться. У нас в эфире долгое время крутился ролик похоронной кампании. Как бы, вот, да. Ну, он был хорошо сделан, то есть, ничего, да? То есть, и там не очень много денег, ты сделаешь на этом всем. Поэтому серьезно стоит проблема омоложения аудитории. Но при этом качество аудитории хорошее. То есть если мы говорим про 50+, то это еще и до сих пор еще руководители различных компаний, люди, которые могут ездить за границу, ну и так далее. Но есть, конечно же, и вот прям совсем-совсем балласт. Поэтому проблема омоложения. И кто слушает радио? Где его слушают? В машинах и вот эти вот бабушки дома. С этим проблемой. И водители, таксисты, ну что ты будешь рекламировать таксисту? Присадку для автомобиля, еще что-нибудь. Тоже не очень. Поэтому, естественно, стоит вопрос повышения узнаваемости в другой среде, в молодежной тоже среде, и тогда как раз «Адуть» — это вот самое то. Угу. И сам Венедиктов отмечает, что количество посещения сайта «Эхо Москвы» выросло после этого интервью. Даже многие люди даже не знают, что это за волосатый мужик. Вот. Ну вот. Да, это, кстати, одна из основных проблем. Мы вообще сейчас сталкиваемся с тем, что все больше и больше уходит в интернет. Мы просто проигрываем эту аудиторию, она просто вот уходит. Да, и поэтому сейчас появляется упор на YouTube,
Поэтому сейчас есть те вещи, которые выходят в YouTube, но не выходят в интернет, в эфир радиостанции. Но здесь надо обратить внимание, это важный момент, это то, что в данном случае Россия является, она, скажем так, последователь того, что уже давным-давно произошло в Европе и в США. Да, там, журнал, газета FT, Financial Times, она ввела пост первого заместителя главного редактора по инновациям интернету и обсуждать вообще в первую очередь на летучке содержание сайта еще в 2013 году. Да? А мы вот к этому только сейчас подступаем. Зато, как мы шутим, мы можем поделиться с миром, например, использованием различных там, способов цензуры или контроля за медиа. Вот в этом мы как раз лидируем. Вот этому мы можем научить. Это такая шутка, вот, поэтому да. Еще чего-нибудь? Ну, да. Может быть, вопрос немного связан вот с предыдущими, насчет поколения и насчет той аудитории, которая вообще не обращает внимания на эту Москву. Как вы думаете, вообще вот россияне, которым меньше 50 лет, да, откуда они достают информацию? Ну да, интернет, но именно откуда? И существуют ли некоторые тенденции, или вообще, что я часто подозреваю, вот многим просто плевать на то, что происходит. То есть, ну, новости, я просто не обращаю внимания на новости. Так, зачем они там катастрофы, там чепуха государственная? Но при этом, да, обратите внимание на то, что там десятки тысяч молодых людей все-таки выходят на улицы. Да? Mm-hmm. Они бы не вышли, если бы не получили эту информацию вот сюда. И на самом деле, конечно, это совершило реальную революцию информационную, потому что появление того же самого телеграмма и групп общения в тех или иных мессенджерах – это основной канал распространения информации. Mm-hmm. Я разговариваю с 13-летними просто вот, людьми, которые интересно спрашивают меня что-то там про политику и так далее, первый вопрос, который я им задаю, откуда вы узнаете новости? Они говорят, подкаст «Медуза» в телеграме. Угу. Ну вот, потому что это удобно. Другое дело, что это нужно уметь, ну, как бы, нужно еще уметь подавать эту информацию. Потому что мы уже старики, мы уже как бы вот, на нас смотрят и думают, что из нас песок сыпется. Это правда. Uh-huh. Нужно использовать правильный способ подачи этой информации. Нужно быть очень коротким. Я просто могу сравнить с тем, что когда я пришел на эхо в 2003 году, меня учили. Ну, кроме первой фразы, которую мне сказали, журналисты всегда врут, не удивляйте. А вторую фразу, меня учили, что мой материал должен быть не больше 40 секунд. Потому что потом люди начинают отвлекаться. Потому что они могут ехать в машине, их могут отвлечь, у них есть, у нас с ними только один канал связи, это звуковой, больше ничего. И это его очень легко разрубить. И я вот год назад, когда подписывал документ о том, что теперь материалы в программе одного и того же голоса не должны быть дольше 25 секунд, потому что он уменьшается, этот промежуток. Потому что жизнь, в общем, быстрее. Мы даже используем другие слова, потому что на радио, ну, это, кстати, в английском языке то же самое, да? То есть мы используем как можно более короткие слова, да? И мы не используем депричастие и причастие, потому что они загружают язык. Мы не используем сложно подчиненные предложения. И я учу с практикантов, когда им приходят, что мы должны говорить так, как мы говорим на кухне, но без мамы.
потому что, но именно так. Да, и мы учим тому, чтобы они рассказывали новость так, как будто бы они рассказывают ее своим родителям. Потому что, кстати, это и проблема, что у нас 50+. Да. Но, тем не менее, потому что в противном случае они перегружаются. И если вообще следить за тем, какой язык используют люди при выступлении и так далее, это может нам очень многое сказать. Поэтому, когда вы слышите на горячей линии с президентом вопрос там, женщины из Дальнего Востока, который начинается с того, что уважаемый Владимир Владимирович, находясь там-то и там-то в течение нескольких месяцев, я хотела бы и так далее, так они не говорят. Он читается как бы. Ну, так и здесь. Да, да, да. Поэтому мы вот... И это проблема, как нам вот эту вот молодую аудиторию забрать. Потому что сейчас это все, да, это телеграммы, это мессенджеры и так далее. Ну, не только у вас проблема. Это довольно, довольно активно обсуждают сейчас в Штатах. И это, она имеет другую сторону, очень страшную, на самом деле, с которой вы уже столкнулись благодаря нам. Это то, что, используя современные медиа, мы сами себе структурируем источники информации, мы сами строим то, что называется информационные фильтры, мы сами создаем вот это, то, что Эли Паризер назвал медиа-бабу. Мы живем в них, да? Мы создаем свою реальность, которая создает нам свою реальность, и поэтому в какой-то момент мы просто не можем выйти из нее. Поэтому вот это вот, не то чтобы дилемма, но вот эта вот проблема нехватки информации существует здесь. А если можешь еще один вопрос. А в России вот есть сейчас там аналоги тех вот голосов, ну, Соединенных Штатов, которые просто выступают против этого? Сейчас в последнее время очень много критики, скажем, в сторону Фейсбука. Я читал Нью-Йорк Таймс на прошлой неделе, там уже появилось за последние, по-моему, недели три книги о Фейсбуке и об основателе. И, то есть там очень понимают такие вот критические вопросы, что чуть ли не такую антиутопию создал вот Фейсбук, потому что и очень хитро. Потому что Facebook такой действует за счет энергии времен использователей, подписчиков, да, и также весь прибыль от информации, которую подписчики вкладывают в Facebook. То есть, а в России есть подобная критика? Ну, дискуссия, конечно, есть, но здесь надо обратить внимание на то, что в России есть не только Facebook, да, Я понимаю, что есть, но аналогичная там. Дискуссия, в принципе, существует. Mm-hmm. Почему я начал говорить про состав этой аудитории? Потому что она разная. Mm-hmm. Да? И в одноклассниках я просто боюсь сейчас соврать, поэтому в основном находятся люди, как вот такое старшее поколение. Uh-huh. Да, и в ВКонтакте это смесь, и вот в Фейсбуке это много молодежи. Да? Uh-huh. Но там еще географическое разделение, uh-huh. потому что в регионах Фейсбук, насколько мне не сильно популярен. Надо смотреть исследования. Но так или иначе, я помню одну из идей, которую я высказал. Крупный петербургский предприниматель, который оппозиционно, у него такой оппозиционный настрой, он сказал, нам нужно продвигать оппозиционные идеи за деньги в одноклассниках, чтобы эти люди старшего возраста просто имели доступ к таким предложениям. Это реально, это звучит. Mm-hmm. Да? Но то, что существует этот медиабабл, эти медиабабл, это да, и дискуссия. Mm-hmm. Я откровенно скажу, я не всегда люблю нашу аудиторию, потому что
я сталкиваюсь с тем, что мы вырастили такого голема, которому не нравится ничего. Мы привыкли к тому, что новости, которые выходят, нет хороших новостей. А, вот как бы, если что-то, главное, чтобы что-то случилось. Одна из моих коллег, она говорит, что на эхе Москвы новости это про свежий труп. Если свежего трупа нет, то нужно выкопать старый. Вот. Мы слегка сменили, но тем не менее. К сожалению, мы с этим сталкиваемся. И это очень серьезно, это должен быть реально очень серьезный разговор с коллегами-журналистами, как внутри, да, радиостанции, так и вот как бы, вообще во всем журналистском корпусе. Мы сталкиваемся с тем, что вообще люди рациональны, они используют медиа для того, чтобы получить какую-то прибавочную стоимость. Да, они потребляют, они тратят свое время, они продают свое время в обмен на то, чтобы получить нашу информацию. Если она непотребляема, они просто не будут это делать. Поэтому мы следуем за аудиторией. Это дилемма, вот эта вот дилемма продать свою информацию. Поэтому каждый раз мы сталкиваемся с тем, что люди уходят, потому что не находят это интересно. Вот, да, это существует. Это очень большой, как-то серьезный разговор. Вот что должен быть первым? То есть это медиа должна обучать аудиторию? Или аудитория должна, или медиа должна следить за тем, что нужно этой аудитории? То есть это вот такой консилиум, что хорошо. Вот. Если есть еще вопросы, я буду рад ответить. Но, однако, это не вопрос, а замечание. Тем, что вы, тем, что журналисты говорят короткими сегментами, да. Вы, однако, может быть, вы приобретаете публику, но вы иногда и теряете. Вот я помню такой пример. Значит, живу я в гостях у людей, вот мне говорит хозяин: смотри, по телевизору выступает человек, говорит про нашу организацию. Ой, как здорово. Сейчас я пойду наполню чашку чая, приду и буду сидеть и смотреть. Иду на кухню, наливаю чай в чашку, прихожу. А выступление кончилось. Да. Мы упустили зрителя. Но мы получили больше. Мы упустили, я понимаю, но зато, скажем так, количество таких, как вы, которых мы упустили, оно меньше, чем тех, кого мы упустили. Но таксист, он же тоже, вот он на минуту отвлекнулся, чтобы посмотреть, да, там на светофор, а бац, уже закончился сегмент, он не услышал про что. Да, но это же как бы речь идет про новости, да, которые повторяются там в некоторых случаях каждые 15 минут. Но я согласен, вот моя большая, если мы говорим про журналистику сейчас, моя большая беда заключается в том, что мы не можем найти правильный баланс между качеством информации, который, я считаю, должен быть выше, да, которая должна быть выше, и интересами аудитории. То есть то, что хорошо люди слушать не хотят, а то, что люди хотят слушать, ну вообще это ерунда. Даже по-другому могу сказать, это то, что даже не про хорошо или плохо, а про мы не можем обучить, мы вообще забросили тему просвещения людей. Да? У нас был очень серьезный разговор с тем же Алексеем Венедиктовым, который оценивает популярность программы по просмотрам распечаток на сайте «Эхо Москвы», мне кажется, потому что он использовал это в своем блоге. Он говорит: вот посмотри, у меня Невзорова прочитало 140 тысяч человек, а Петровского, директора Эрмитажа, да, прочитало 15 тысяч человек. Не надо ему больше звать, наверное. Хотя то, что говорит Петровский, для меня было важнее, чем как бы то, о чем говорил Невзоров. Потому что человек смысла в большей степени. Это проблема. Потому что мы бежим, да, за аудиторией. Это реально очень большая проблема. Мы сейчас пытаемся посмотреть, вы, наверное, знаете про Европейский университет в Петербурге. Мы с ними договорились, у нас теперь еженедельная программа про науку, про социальные науки выходит. Но это тоже проблема, потому что мы не знаем, как об этом рассказывать, чтобы людям было интересно. Мы вырабатываем сейчас механизм, но она не очень хорошо слушается. Если она не будет слушаться
хорошо сложится в течение ближайших 6 месяцев, если не будет роста в рейтинге, ее закроют. Интересно, как раз вот этот проект, там вы, наверное, знакомы с Арзамасом, да? Да, конечно. Вообще руководителем проекта Арзамас был Евгений Бунтман, сын Сергея Бунтмана, да, был редактор. Mm-hmm. И я не знаю, вы не в курсе, вот Арзамас, то есть выпуски Арзамаса, они удачны? Вот, Но они зарабатывают деньги, они сделали потом предложение радио. Но это тоже на другую аудиторию. То есть вопрос, каким образом ты найдешь эту аудиторию, чтобы деньги ее продавать. Вот это, да, это например, проблема правильной бизнес-модели. Программа должна быть. Можно еще один? Да. Вернувшись к тому, что мы только что обсуждали, о том, как нужно, как старались сокращать месседж и как нужно делать все более компактным и коротким, как бы в этой ситуации вы бы объяснили феномен, как бы я это назвала, Екатерины Шульман. Она безумно популярная, она популярна среди молодежи, она говорит очень долго, много, сложно. Она правильно говорит. Красиво. Да, она говорит красиво, она умеет приводить примеры. Здесь Екатерина Шульман, это она звезда. Политика, кстати, одна из самых слушаемых программ. У нас есть программа «Статус», именно с ней по вторникам. Она умеет подавать информацию просто. Записи программы есть в YouTube. Да. Значит, когда у тебя канал связи со слушателем только один, это звук, ведь когда человек читает газету, он видит картинку, да, и когда он смотрит телевизор, он видит видеоряд и еще слышит что-то, да, то единственный способ удержать слушателя – это образность. Человек должен рисовать картинку у себя в голове. И она умеет использовать те слова, которые позволяют это сделать. Да? И еще она говорит такими, она говорит долго, но при этом все равно рубленными фрагментами. Она верно структурирует эту информацию. Наша главная проблема, то есть не проблема, точнее, на радио, помимо вот этих непричастных и так далее оборотов, запрещены цифры. Больше 3 цифр в коротком информационном сообщении. Она не используется. Когда мы говорим о днях недели, допустим, мы говорим о том, что мероприятие должно. Мы не говорим, мероприятие состоится 5 февраля, 6 февраля, мы говорим, это будет завтра. Да? Мы не говорим, мы не произносим фразу, которую часто чиновники используют, а проект будет реализован тогда-то и тогда-то. Да? Мы говорим, что мост построят тогда, при этом не могут, я уже сказал. Вот, ну и так далее. То есть очень важно использовать правильный язык, и с этим очень часто проблемы, потому что идет обеднение языка очень серьезно. У нас поэтому там вон, студенты, которые к нам приходят на практику, не знают, например, каких-то русских слов, ну, которые пришли к нам из-за рубежа до этого. Ну вот просто потому что они не используют его. И с этим проблема. Когда мы берем человека на практику, они проходят на практику, там очень сложный отбор, они проходят собеседование и плюс еще тестирование на общие знания. Ну и вот с этим часто проблема. Даже студенты-политологи не знают там, каких-то основ, там, кто такой Ельцин. Серьезно. А про аудиторию я тоже вам могу сказать. Где-то в 2015, я точно не помню, но, в общем, это была осень, и нет, это была зима. И тогда в России было подряд сразу несколько взрывов в Волгограде, по-моему, были теракты. И буквально через неделю мы спросили наших слушателей про то, что они считают самым главным событием за прошедшую неделю. Просто просили звонить и говорить, и писать нам смс. Ну и люди в основном писали, что Пугачёва родила двойню. Пугачёва два ребёнка.
непрозрело. Это не связано с тем, наверное, как мы подавали и так далее, это нужно изучать, да, но тем не менее, может быть, есть определенное стремление вытеснять негативные новости. Но вот все равно мы с этим сталкиваемся. Это как бы да, это вот серьезная проблема. Мы очень любим выходить на улицы, отправлять стажеров на улицы с микрофоном, с просьбой сказать, что люди знают, там, я не знаю, там, о Холокосте. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Ну, как бы, или что люди знают о войне 1812 года, или кто такой Барклай де Толли, или кто такой Кутузов. Да? Кутузов у нас несколько раз становился генералом армии Сталина. Mm-hmm. Ну, это общее, это вот реально общая такая вот тенденция. И что с этим делать, мы не понимаем. Насколько я могу представить, в Америке сейчас тоже такая проблема, может быть, существует. Да, конечно. Я недавно слышала по новостям, что планируется ввести обязательное тестирование, чтобы, когда люди заканчивают здесь школу, они ответили на вопросы, несколько таких базовых вопросов про Конституцию, про поправки к Конституции, да. Потому что сейчас школьники очень сильно затрудняются с ответами на эти вопросы, которые считаются какими-то основополагающими. Мы уже давно жалуются на это. Это такие разговоры о недостатке знаний, допустим, в школу. Ой, по крайней мере, вот с начала 80-х годов, вот, если не дольше. Но мне кажется, со временем становится хуже, и, может быть, я просто старею. Поэтому я тоже так питаю. Ну, я могу сказать, что на самом деле, ну, это очень хорошая стратегия для инкубинков авторитарных режимов, потому что, конечно, управлять тем, кто не знает, чем тем, кто знает. Это раз, да. И Крастев про это говорил. Вот когда... Вообще, это был, кстати, очень серьезный такой спор. До сих пор он сейчас присутствует. А вот как бы... Чёсов с институтами... Что с демократическими ценностями в авторитарных режимах? Они могут способствовать устойчивости режима или нет? Вот есть Крастев, да, болгарский политолог, который, например, считает, что... Открытие границ в авторитарных режимах не способствует их уничтожению в этих авторитарных режимах. Потому что на самом деле лучшие люди уедут за границу, останутся те, кто как бы останется. Вот. Ну и масса других там. Нам нужно. Это очень интересное наблюдение. Нам нужно сейчас очень серьезно, правда, подумать про роль институтов в различных типах режимов, потому что мы приходим к такой, к такой делению. Авторитарный режим по описанию Хуана Линца 40 лет назад отличается от того, что мы имеем сейчас. Даже то, что писали Левинский Уэй про электоральный авторитаризм, отличается от того, что сейчас существует. Мы забываем о том, что у нас есть как бы идеал демократии, 150 миллионов описаний, что такое демократия. Но авторитаризм тоже, по-моему, полно. Да. И они меняются. Есть даже в наши идеи, мы смеемся, мы готовим сейчас такую популярную публикацию, просто в популярном журнале, где мы сравниваем авторитаризм с вирусами, которые где-то можно вылечить, а где-то они на эту вакцину реагируют еще большим своим развитием. Да? Это как медузе, это как чудище отрезать одну голову, а там три новых вырастают. Да. Чудище гидра. Да, гидра, да. А там еще что-то новое вырастает, ну и тому подобное. Или, как раз с вирусами, или про школу диктаторов, что вот диктаторы, такое ощущение, они встречаются друг с другом и делаются опытом. Вот, ну да, это очень любят говорить турецкие коллеги, когда мы с ними встречаемся и просто вот обсуждаем. Они говорят, что такое ощущение, что вот, они, точнее, мы говорим о том, что такое ощущение, что вы нам рассказываете то, что было 5 лет назад в России. Да. Так что вот так. Ну, час 15, по-моему, хорошо.
Ну, давайте еще раз поблагодарим. Политологии было мало, но тем не менее, больше журналистики.